Быв в сентябре зачат, рожден в июне, 10-го по метрикам числа. На эту дату кто-то сходу плюнет. Да лучше б не было такого вот осла. И мне тогда в году 39-м, незадолго до мировой войны, пришлось на пакости троим дядям, ребятам, в чугун спроварить мыло, не признав вины. Всегда хотелось рослым быть и сильным, всем коммунистам отомстить за беды. Нахлынули с небес несчастья ливни, и жизнь прожил среди отбросов вредных. Теперь за склоном отведенных лет смотрю на прошлое неприземленным взором. Меня охаживала из несчастья плеть, гнала от общего российского позора. Познавший истину евангельских сюжетов, поверив искренно в спасение во Христе, что всех спасает кровь голгофской жертвы и воскресение во след его страстей, не сомневайтесь, только Дух Святой влагал и с детства память о кончине. В жару гонений не засох росток, корабль не опрокинулся в пучину. Врагов различных тучи нанесло, ломало мачту и борта трещали. Из рук не вывело штурвал мой и весло, чтоб ни к пустой гробнице смог причалить. Но и друзьями Бог не обделил, и не ракушками облеплен корпус судна. Сестер и братьев, кто для сердца мил, свел на меня неимоверно чудно. Наш детский лагерь, община и хутор самой росли, мужали и старели. От бед ни разу не залег я в ступор, рассыпал клекот миролюбие трели. 26 июня 2008 года.